Этот мир слишком жесток для меня. И всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Пиксель, мы сегодня играем сам на сервере. Я забыл. Ну, короче, я там это, ну, напишу. Это короче, такой сервак, типа, что все люди, вот рабочие, там, менты люди, там все, короче, армия люди, космонавты люди, все люди. Вот да, это Васек, это. Ух ты, тут еще какой-то европеец прибежал. О, чуваки! Чё, голодные? А, блин, убежали. Такси, короче, вот это прикольный сервер такого, короче, если чувачка. О, боже, это я тебя так. Ну нормально. Ну что, что мы будем-то делать-то, о боже мой. Тут 700 человек, ребята, на серваке. Это полный просто. Чё ты? Поднимайся. Нам туда. Поднимайся. Поднимайся. О, ну наконец-то. Так, короче. Сейчас мы... Какой-то там, короче, у нас еще есть, по-моему, там задание, короче, паспорты различные получать. Сейчас мы это все попробуем, блин, только я забыл, как... Да ладно. Я же ничего не делал, какой-то у меня не накачанный. Репорт права на запасность. Смена ника. Статистика, по-моему. А, нет, это не то. Чуваки, вы чё? Боже мой. Не, ну они мне тут фиг достанут, потому что они быстро умаялись. Придурки, блин. Да, вообще. Ой, подвезите. 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 Да, блин, ну вообще ничего, меня никто не хочет подвозить. Ну ладно. Что-нибудь я, короче, придумаю. Ух ты. Квадроцикл. Ой, мотоциклы на прокат сейчас возьмем. Ура! Так, ну ладно, дадим. Зато у нас здесь... Мотоцикл! Чё он у меня не едет? Он у меня не едет! И этот не едет! За что я деньги отдал? Ладно, может подтолкнуть тебе надо! Да вроде всё норм. Работает. Ящики, ферма, ящики, один левел. Ну чё, пойдем на ящики-то. Ладно, ладно, побежим. Ему это там нельзя снять почему-то. Не едет. Не едет он у меня, мужик. Странный тварь. Хоть поезд-то не собьёт, эй, тут фрираннер. О, ребят, реально, сейчас паркурчик тут. Будет. Опач. Будет. Оп. Оп. Ну давай. Вау. Ну чё, нормально. Сейчас идём на работу. Денежат зарабатывать будем. А то мы на этом чём-то долго не проживём. О, работа. Сейчас пойдём. Да, может хватит уже, да? Как бы мне его назвать-то? Петя. Да, ты у меня, короче, будешь Петя. Так, ух ты. Я это, короче, вы хотите? Да, хочу на работу. Спасибо, боже мой, мне, короче. Не. Мне, короче, когда я нанялся на работу, еще и пластическую операцию сделали. Нормально.
Это, короче, я должен вот так взять мебель и нести, да? И за это нам, короче, заплатить денежку. Нормально. Пойдем. Работаем, ребят, работаем, работаем. Работаем. О, еще бежать можно. Ой. Так, мне, короче, это по поводу работы тут звонили, короче, это там... Да, короче, да, эти, короче... Ой, прости, чувак, прости, у него вместо головы, короче, это было кресло. Сколько мне за это, интересно, заплатят? Ой, ящичок, Майнкрафт, я несу Майнкрафт. GTA, ё-ма. Так, давай мне мою зарплату. Чё? Да. Очень оплачиваемая работа, короче, да. Сразу видно, крутяк. Работы. О, прокат лимузинов. Вау, прокат лимузинов, на лимузинов прокатимся. На лимузине прокатимся. Дайте тачку. Аренда мопеда. Вау, спасибо, чувак. Вау, ну я же говорил, это просто потрясающая игра. Да. Вау, качалка. Вау, так. ДТП не было. Нормально. Кстати, сколько домик стоит? Сейчас пойдем посмотрим домик. Ну вот, например. Ну ладно. Наверное, он уже это. Куплен. Тачки! Сколько тут тачек можно купить? Вот это крутяк. Так, я пойду, короче, поставлю себе на, короче, на счет деньги, банкомат, H. Так, положить деньги. Все положим. Так, окей. Все, мы положили все. Давай. О, на передний колес. Нормально отрукать, блин. Ой, он Петя, он такой по жизни, чувак. Любит трюки. Ладно, мы поехали работать. Хоть далеко. Это тут. О май гад. Ну ладно. Доедем. Ух ты, тачку кто-то оставил. Я ничего, я ничего. Ёлочки, ёлочки, я работать. Понял? Казиношка. Казиношка. Это реально казино. Не, ну это, конечно, вряд ли. Банкомат. А хотя нет, я не войду в эту зависимость. Денег нет. Я не понял, где мой байк?
Где мой байк? Мой байк. Дайте тачку, ребята. Ну дайте тачку, дайте машину. Дайте тачку, пожалуйста. Где мой байк? Мой байк. Мой байк. Где мой байк? Дайте байк. Ребят, дайте байк. О, ДТП. Норм. Can you imagine how wild they'll go for us? My wife was complaining that she did all the work. Carried the baby for 9 months, had painful labor. It's not fair to her, my nipples are used. Ну, убейте меня кто-нибудь, убейте меня. Вот. Вот да-да-да. Чуваки. Я не хочу жить. Тиали, убейте меня кто-нибудь. Пожалуйста. Нига. Надеюсь, мне повезет. Подвезите! Подвези, пожалуйста. Дайте-ка тачку, блядь. Подвези. Привет. Надо нарко. Давай. 60 кокаина 6000. Нет денег. Подвези до стройки, пожалуйста. Денег нет. Сколько заплатишь? Детям нечего кушать. Ну, не, почему никто меня подвезти не хочет? Да? Ну, пожалуйста, я хочу найти свое место в этой жизни. Убей меня, пожалуйста. Патронов нету. Кулаками. Иди утопись. Так быстрее. Ну убей. Ну все равно я растут. Ну убей, очень надо. Я этого не хочу. Да жопу. Только платить за то, чтобы умереть? Страх у вас. Так, я никому не нужен. Этот мир слишком жесток для меня. Я должен это сделать. Но мне тут придется хоть два раза прыгнуть, чтобы убиться. Как? Fuck you, asshole. Fuck, fuck, fuck. Mother, mother, fuck. Mother, mother, fuck, fuck. Mother, fuck, mother, fuck. Noise, noise, noise. Fuck you! Блин, жопа. Да уйди! Тачка. Есть. Убей меня. Я что, идиот? Я не хочу жить. Я не убийца, отстань. Спрыгни с крыши, раз жить не хочешь. Одинка! Что-то играет. Не могу группу вспомнить. А-а-а! Так ты убийца. Фу! Насильник. Ну, пожалуйста, я не насильник. Ой, почему никто не хочет меня убить? Это что, так сложно? Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы играли сам, потом будем развивать нашего Петю. С вами был Пиксель, всем удачи, всем пока!